играют в голбол и снимают новости. В лагере на озере Сугаяк открылась инклюзивная смена. Там слабовидящие школьники отдыхают вместе с обычными детьми. Организовать отдых удалось на средства президентского гранта. День в детском лагере провела и наш корреспондент Яна Тормина. Вероника, ты стоишь ровно. Твоя задача не крутиться головой, не поворачивать, плечами не шевелить. Свет, ты смотришь в монитор чаще, да? Она у тебя должна быть побольше размером, всегда быть зелененькой. Процесс 3D-моделирования детям больше напоминает волшебство. Изображение человека сканируется в компьютер, оттуда уходит на принтер. И он из пластика распечатывает маленькую объемную копию. Для ребят фантастика, а для слабовидящих еще и возможность на ощупь рассмотреть себя. У тебя вот тут косичка, например, хорошо прощупывается, да. Очень. Эту студию 3D-моделирования назвали трогательной. Она уже побывала и в Центре творчества в Кыштыме, и в школе-интернате в Магнитогорске. И вот теперь работает в Центре Черемушки на инклюзивной смене. Здесь вместе с обычными детьми отдыхают слабовидящие. Студию и инклюзивную смену Светлана Калимулина организовала на деньги президентских грантов. Ведь ее проекты для людей с ограниченными возможностями оказались одними из лучших в стране. Мы постарались здесь создать среду процентного соотношения обычного общества зрячих людей и незрячих. И ребята, которые незрячие в настоящий момент, они живут в обычных отрядах, они не живут друг с другом, они не выделены в отдельный отряд. Они как обычные дети, у них обычные условия, они ничем не отличаются от обычных детей. Если обычно таких детей отправляют в лагеря специализированные, то тут 8 ребят с проблемами зрения отлично вписались в общую компанию. Теперь вместе они играют в голбол. Александр Новичихин не видит совсем, но удивительно, следит, правильно ли все ребята надели экипировку. Вот видите, вот тут тоже такие же петли есть, как и на налокотнике. Нет, чуть-чуть неправильно. Вон, получается, вверх тормашками его. Суть игры в том, чтобы забросить гремящий мяч в ворота соперника. Зрячие, слабовидящие, слепые – все надевают очки, чтобы быть в равных условиях и ориентироваться только на звук. Александр играет в голбол профессионально, участвовал в чемпионатах России и международных соревнованиях. Ведь этот вид спорта входит в паралимпийскую программу. Саша с удовольствием помогает ребятам освоить необычную игру, а ребята отвечают взаимностью. Мы друг другу помогаем. Кто-то помогает рисовать. Тут есть задание, чтобы рисовать. Кто-то водит меня, моих друзей. Вот вчера был концерт, и мне зрячие ребята рассказывали, что происходит на сцене. А здесь проходит урок по тифлокомментированию. Задача тифлокомментатора – максимально доступно объяснить незрячему, что происходит, к примеру, на сцене театра. Так вот, нельзя сказать, что на эту сцену вышел учитель. Необходимо объяснить, что это женщина в строгом костюме и очках. Как говорят специалисты, слабовидящего не нужно лишать фантазии. Главное – передавать информацию, а не собственные ассоциации. Всем привет, ребята! Вот у нас все ребята, они сейчас заняты, мозговой штурм у них. Это медиа-центр лагеря. Здесь учатся делать новости и вести видеоблог. Проблемы со зрением Саше Ильину не мешают. Он, главное, телезвезда. Привет, Черемушка. Сегодня с вами дневник смены. Ну, что тут можно сказать? Во! Даже во! В завершении смены ребята должны презентовать видеодневник, а еще разработать и распечатать макет лагеря в объеме 3D. Яна Тормина, Павел Головин, ОТВ.